Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Но это не просто очередное, а первое в 2021 году. И первое в первом полугодии 2021 года. И еще это понятие, это наше заседание, это наше занятие сегодняшнего кружка связано с тем, что, как мы с вами договорились, все должны дочитать науку логики Гегеля до конца, потому что мы находимся в учении о понятии. Но изучать мы будем в соответствии с той программой материалистического истолкования, материалистического изучения, которая была объявлена. Я ее на всякий случай повторяю. Значит, мы имеем дело с третьей книгой науки логики. Это том второй, субъективная логика. И вот, значит... Ну, правильно будет, если бы мы прочитали учение о понятии. Просто там такое есть введение без заглавия. Потом есть предисловие. Потом еще есть заметка хорошая о понятии вообще. А потом должен пойти первый отдел. Вот мы в качестве первого отдела изучали в прошлом семестре объективность, механизм, химизм. Жизнь довели ее до человека. А человек, как известно, это животное общественное, животное трудящееся, говорящее и разумное. И разумное. А раз это животное разумное, то вот как раз дойдя до человека, мы можем уже говорить не просто об отдельных понятиях, которые обозначают те или иные явления природы или свойства, а мы уже можем говорить о мышлении человека. Когда можно говорить о мышлении человека, о субъективном? Смотря кому. Гегель, если он считал, что есть абсолютная идея, и все вот то, что было до этого написано, вот до этого момента, до страницы 124 второго тома, это все как бы исходило из абсолютной идеи. И это, правда, никак не мешало материалистическому истолкованию. Никак не мешало материалистическому истолкованию. И Ленин об этом говорил, что я вот материалистически считаю, и все. Но то, что здесь вот, построение, которое здесь уже во втором томе, оно явно, так сказать, противоречит материализму и никак не может быть истолковано, что сначала идет субъективная логика, а потом идет объективность. Если субъективная логика – это выражение абсолютной идеи, то все хорошо. Правильно, абсолютная идея, так сказать, она доходит и до субъективной логики. А если речь идет о материализме, то нехорошо. Тем более, что у него вот следующий раздел, который у него там стоял, объективность, он почему-то пошел после субъективности. И не почему-то, а вполне логично с точки зрения понимания того, что Гегель все-таки объективный идеалист. Потом мы как относимся к любому произведению и к любому учению? То есть человек может написать все, что угодно. И человека оценивать не за то, что он не сделал, а за то, что он сделал. Не за то, что он не внес в науку, а за то, что он внес. Он внес в науку систему диалектики, которой не было 2000 лет. И, как говорится, это раз навсегда. Ну, раз он внес такую систему, то есть поправки какие-то могут быть к этой системе, но осуждать его за то, что он идеалист, ну и материализм был, какой был материализм к моменту, когда Гегель стал писать науку логики? Во-первых, он был очень слабым. Во-вторых, он развернулся только после Гегеля. Может быть, потому и развернулся он после Гегеля, что тот же Фейербах, конечно, знаком уже был с тем, что писал Гегель, и поэтому у него материализм зазвучал. И благодаря этому материализму Фейербаха и Маркс и Энгельс, которые до этого были идеалистами, перевернулись и стали материалистами. Хотя Маркс хоть и говорит, что вот я поставил, так сказать, Гегеля с головы на ноги. Ну да, он поставил с головы на ноги, но его поставил Фейербах, Маркса. После Фейербаха и Маркс и Энгельс стали... И последовательно уже стали выступать с позиции материализма, и всю жизнь дальше были материалисты. Последователями, а с точки зрения вот этого решения основного вопроса философии, последователями Фейербаха, а с точки зрения вот, учения диалектического, последователями Гегеля.
Им удалось вот синтезировать и то, и другое. И самой главной книгой, в которой содержится этот синтез, это является «Капитал» Карла Маркса. Особенно, если его брать в трех томах. А те люди, которые хватает первый том и на этом заканчивают изучение, они диалектики не видят в «Капитале». Не видят, потому что они там знают категорию товара и как она развивается в «Капитал», а как, в каких это формах дальнейшее движение осуществляется, и какова связь всех, так сказать, видов собственности капиталистической, и куда идет тенденция, этого всего они не могут. Ну, такие люди у нас ведут кружки по марксизму, по «Капиталу», и, так сказать, многообразие марксистских кружков говорит о том, что это товарищи, в основном те товарищи их ведут, которые не дошли до Ленина, который в себе воплотил и марксистскую политэкономию, и научный социализм, который Маркс вместе с Энгельсом разрабатывали, даже больше Энгельс, чем Маркс, и диалектику, для которой Энгельс сделал тоже очень много, и поэтому вот, Ленину было в этом отношении легче, когда он писал, что я вот стараюсь читать Гегеля материалистически. Хорошо читать материалистически после таких великих материалистов, как Маркс и Энгельс. Вот. Поэтому, как всегда и бывает в науке, есть продвижение к истине, и это продвижение всегда является результатом деятельности выдающихся умов, выдающихся ученых. И вот когда думаешь про вот этот вот том, который у вас в руках, вспоминается все время следующее высказывание Маркса. Когда это я хочу сразу его еще раз повторить, поскольку все с печалью смотрят на меня, и я с печалью отношусь к этому изучению этого тяжелого труда, где Маркс. Но зато мы знаем, что в науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. А вот расплодившиеся, так сказать, марксисты, на поверку – это люди, проходимцы от науки. Никакой они науки не знают, диалектики не знают, научного социализма не знают, Ленина они не читали. Они находятся на том этапе развития, который является то гегелевским. Ну, то есть в лучшем случае Фейербах. И куски из «Капитала», и обрывки всяких там того, что они из разных цитатников или из интернета надергали, и вот они этим термином кормят себя и других. Это все Гегель называл как рядоположенность. Взять разные правильные высказывания, их надергать, и что будет? Ну, науки-то не будет. А наука что такое? Товарищ Назаров, наука что такое? Вот видите, я знал, кого спрашивает. Наука – система знаний. Если нет системы, то это не наука. И вот чем отличается ученый от знахарей? Чем? Вот чем отличается ученый от знахарей? Случайностью. Какой случайностью? Ну, помогло, не помогло. То есть случайно ученый становится? Нет, знахарь случайно. Помогло, не помогло. Не согласен. Не согласен. Что вы это принижаете его значение, знахари? Знахари знают, что нужно применить, когда вы заболели, чего-то такое. Вам скажут, какую траву, и точно поможет. Точно поможет. Точно. Не поможет. Это не знахари, это шарлатаны. Не путайте. Я же о знахаре говорю, который знает, что нужно сделать, чтобы у вас вот это улучшилось. И точно помогает. Ну, никакой научной системы у них нету. Никакого нету этого выведения из, так сказать, какого-то из простого сложного, чтобы это была стройная доказательная система. Почему? На вопрос, почему это помогает они. Ну, вам что нужно, чтобы голова не болела? Или почему я сделал такое? Вот что вам надо? Вот вы пришли ко мне, вот хотите, можете не применять, а можете применять. Вот все приходили и все выздоровели, а вы задались этим вопросом, идите отсюда и так далее. Так что знахарь может защититься. Поэтому знаний может быть очень много. И есть люди, которые, как говорят, эрудированный человек. Что такое эрудированный? Он и это знает, и это знает, и это знает, и это знает. Даже перед ним как-то даже страшно думаешь. И вот этого не знаешь, этого не знаешь. Потому что, ну, столько отраслей науки.
Я даже для себя некоторую схему рисовал. Человек, специалист в одной отрасли, он стоит на передовых позициях. Плюс. Во всех остальных отраслях минус, 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 минус. Второй такой же в своей отрасли. Плюс. Минус, минус, минус. Если брать потом большинство людей не знает неправильного, истинного в основной массе, так сказать, сторон человеческой жизни. А оно знает только правильный вот в своей узкой области. Это страшное дело. Поэтому вот это преодоление этого разделения труда – большая очень проблема. То есть надо, чтобы… А как он может преодолеть? Ну, за счет того, что, так сказать, в какой-то мере, с одной стороны, расширялось бы время свободное для того, чтобы человек, ну, вместо того, чтобы чистить картошку дома и заниматься, так сказать, другими вещами, связанными просто с затратой времени, он бы лучше просвещался. А во-вторых, это связано с освоением такой науки, как диалектика. Потому что диалектика, она наука о чем? Обо всем. Обо всем. То есть можно, так сказать, по крайней мере, если человек изучает диалектику, он знает основное обо всем. Потому что это все общие законы природы, общества и мышления. Всеобщие, которые действуют в каких сферах? Во всех. Вот в чем сила диалектики. То есть человек, который ее изучил, он как бы и не специалист в других областях, но дурость такую, которую там кто-нибудь понесет, он не воспримет. Или воспримет ее отрицательно, потому что он, в общем, знает общие законы движения мышления. Ну вот, поэтому вот у нас за в томе втором «Субъективная логика» после первого отдела объективность теперь идет, когда мы добрались уже до человека, а человек – это животное, общественное, трудящееся, говорящее и разумное, мы уже говорим о разуме. Не о том, чтобы отражать отдельные стороны жизни, а отражать их в движении. А чтобы отразить их в движении, познание должно быть разумным. То есть оно должно, мы должны рассмотреть еще и само мышление. Правильно? Разум связан с мышлением. Если человек просто отражает, правильно. Вот ребенок. Он мать видит, отца видит, знакомых видит, предметы видит, потолок видит. Все он правильно отражает. Но если говорить о разуме, ну, разум у него только начинает развиваться. То есть разум так просто не приходит. Если говорить о разуме не просто отдельного человека, а о разуме человечества и о том, насколько люди освоили то, что добыто человеческим разумом, вот, причем прежде всего всеобщее, это то, что нужно знать обо всем. То есть чем отличаются образованные диалектики? Тем, что они, может быть, конкретные вещи не знают, но они знают все главное, все основное обо всем. О чем? О всем. Потому что это относится к чему, вот то, что мы изучаем? Ко всему. Вот сила в чем. Все другие книги, они относятся, ну, все-таки политэкономия, Маркс «Капитал» относится все-таки к чему? К производству, к экономике. Так? Там, значит, научный социализм, это вот больше относится к политической борьбе, классовой борьбе. Правильно? Вот. Философия, если есть люди-философы, они и ту философию знают, и ту философию знают, и эту, и древнюю, они и Платона знают, они Аристотеля знают, они всех идиотов, которые сейчас пишут, буржуазных тоже знают, и таки, в таких же могут превратиться, потому что они все это читают, эту билиберду, и не могут отличить, так сказать, хорошее, плохое, умное от глупого. Потому что, чтобы отличить от умного и от глупого, ну, надо сидеть на какой-то горе. Так вот, мы с вами чем занимаемся? Мы с вами карабкаемся на эту самую высокую гору науку логики, потому что более высокой горы в философии нету. Ну и, в общем, надо сказать, если, конечно, если возьмете математику или физику, там еще больше можете карабкаться, все равно, так сказать, может быть, не дойдете и не поймете. Потому что нормальным считается там. Если вы там месяц не поняли, ну, потом поймете. Я вот с товарищами, там нас четверо было, на спецкурсе был у нашего декана математико-механического факультета Боревича Зиновна Ивановича, специалиста по теории чисел Боревич Шафаревич. Вот такая книга о том, что происходит на числовой оси. Там есть две соседние точки? На оси есть две соседние точки? Нет. Есть. Нету. Между двумя любыми точками бесконечное количество точек. И есть такое понятие мощность, то есть можно сопоставить.
мощность вот этого множества, так сказать, такая же, как мощность числовой оси. Поэтому там всякие разные приключения. И вот мы сидим на спецкурсе гомологической алгебры. Первую лекцию я запросто понял. Ну, это была последняя лекция, которую я понял. И дальше, я не знаю, как другие, я не стал спрашивать, чтобы не было так грустно, вот, что один я не понял, а иначе, потому что те тоже с такими понимающими лицами здесь сидели, и мы сидим. Однажды Зинон Иванович Боревич остановился и стал думать, что дальше. И думал 40 минут. А мы тоже думали о том, до чего он додумается. И через 40 минут он сказал: забыл, и ушел. В следующий раз пришел и продолжил. В общем, короче говоря, закончился этот самый курс, а у меня он стоял в специальном плане вместо физики. То есть план я не выполнил, ну и на следующий год пошел. На следующий год я этот курс понял и сдал на отлично. Но это надо второй год был, на второгодник я. А в 41-м году никак. Ну, это обычное дело. То есть, если вы берете какую-то такую науку сложную, а в физике я даже подступаться боюсь. Там страшное дело. Там еще и математика такая, которую они еще сами себе и вырабатывают иногда. Вот мы в этом царстве тут с вами и находимся. Поэтому они нас и терпят. Ну, хорошо. Итак, вот... Мы с вами в первом семестре спокойно прошли раздел «Объективность», «Механизм», «Химизм», «Жизнь», добрались до человека. А человек, это кроме того, что он животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное, вот последнее нас здесь затронуло, и мы вот теперь хотим этим разумным мышлением и заняться. А разумное мышление – это мышление в понятиях. Поэтому, если вот оглядеть, так сказать, прошлое наше, вот наше изучение, это что было? Учение о бытии, учение о сущности. Мы брали объективный мир, который выражается категориями бытия. Но потом нам это показалось, что категория бытия – это мало, это поверхность. Это не только нам показалось, потому что когда мы изучали категорию бытия, значит, эти категории бытия переходят в свою противоположность. Нас, как диалектиков, уже не удивишь, что все может перейти в свою противоположность. Это вот самое бытие, когда мы дошли до последней категории бытия, а дошли мы когда? Когда пошла мера, и когда мы начали видеть, что вот идут скачки, потом идет одно качество, оно не меняется с изменением количества, потом скачок, а потом другое и так далее, что очень легко теперь применять к общественно-экономической информации. Развиваются производительные силы, все первобытные общины и коммунизм, они все развиваются, все точат свои каменные топоры, точат, потом начинают делать железные ножи, потом уже у них и сабли есть, они уже и начинают и выплавлять и бронзу, потом начинает выплавлять железо, уже стальные. И тут как раз скачок происходит. Ура! А что ура? А теперь не надо убивать тех, кого поймали. Потому что вот если вы меня поймали, это сейчас в период доробовладельческий, то вы точно меня в плен не возьмете, я знаю. Почему? А потому что я могу добыть только то, что я сам могу съесть. Поэтому ему никакого резона меня держать, да еще охранять. Тем более я все время порываюсь напасть, и я же тоже был такой, не слабый. Вроде у меня тоже есть способность держать в руках оружие, я могу напасть, отнять и уничтожить. Поэтому, когда появилось развитие производительных сил, сделало возможным, по крайней мере, двух человек содержать, а лучше больше, ну, тогда уже другой разговор. Я его кормлю и себя. А какой смысл тогда ему меня убивать? Никакого. У нас как бы сговор происходит. Вы меня не убивайте, я на вас работаю. Но если вам не нравится, то хотите на меня работать, то я вас убиваю. Ну, так примерно, такой идет разговор. Появилась эксплуатация.
Ну и так далее. Дальше мы идем, там сплошные скачки. Также переход к феодализму. Какой смысл держать рабов? Они, во-первых, убегают. Во-вторых, они поднимают восстание. В-третьих, они ломают эти средства производства, потому что это средства их порабощения. Поэтому резона нет. Как только появились уже те орудия, которые, между прочим, возникли в результате развития науки, а наука могла развиться только тогда, когда появились люди, свободные от этого производительного труда, которые занимались наукой. Потому что и Пифагор, и Евклид, которых сейчас изучают в школе, несмотря на все вот эти ЕГЭ, ОГЭ, все равно рабовладельческие книги изучают по геометрии. Вот несмотря на все это, поэтому появилась необходимость так сделать, чтобы эти самые не ломали свои орудия. Поэтому пусть они этими орудиями сами работают частично, а частично работают на эксплуататора. Это что получается? Вот вам даем землю, которая принадлежит помещику. Вы там работаете, пожалуйста. Безвозмездное вам пользование. Пользование, собственность никто не давал. Так, орудие ваше, семья какая у вас там, какая у вас община, это нас не касается, нас, помещиков. У нас должно быть что? Балы зимой. И у нас должен быть хороший дворец. Вот. И вы должны нам все, так сказать, создать, и хлеб, и все, что заложить в закрома, чтобы у нас все ломилось, чтобы я пригласил вот Валерия Александровича, он пришел, а я его хорошо угостил. А я к нему пришел, он тоже. А вы вот, если крепостной, вот вы должны обеспечивать. А у меня крепостных вот других набирать. Но эти вот люди никак не понимают своего счастья. Они потом начали все время бустовать. То Булавин, то этот Степан Разин. Да, никак. Жизнь была спокойная, хорошая, все красиво было. Есть благородные, они по-французски говорят. А есть, так сказать, вот крестьяне, они землепашцы. Мы их все уважают. Но они шапку должны ломать. А то вы смотрите на меня так. Я бы этого не потерпел, если был бы барин. И, короче говоря, вот мы видим, это узловая линия отношений мира, она позволила теорию формации сделать, ну, такой, который вот сегодня является современной. Что вот идет развитие производительных сил, и мне приходилось даже вот с использованием этого материала писать специальную статью о критерии деления на формации. Потому что вот вы, наверное, наблюдали, что вот у нас был капитализм уже, а капиталистическая революция не произошла в России. Какая была формация до 25-го, нет, простите, до февраля 17-го года? Ну, какая была? Февраля? Ну, февраля-марта, да. Какая была формация? Феодализм. Феодализм. Поэтому, а как тогда, вот какой критерий? Какой критерий взять для того, чтобы вот эту точку, зловую линию отношения мира реализовать? Какой критерий у вас? Если по экономику, так по капитализм. Если политику, что значит политика? Если царь, то феодализм, а если не царь, то не феодализм. Как? Что вообще? Как? Какой критерий? Ну вот критерием является, какой класс находится у власти. Класс. Вот если у власти находятся феодалы, то это феодализм. А пока они находятся, никто в экономике находится. То есть какая формация? Формация все еще феодальная. Если у власти находится, ну, царь вместе со своими другими феодалами. В данном случае царь-то не один находится. Дело не в царизме. Дело в том, что он просто воровитель или, так сказать, в одном лице выражает волю господствующего феодального класса. Вот. Произошла буржуазная революция. В чем она состояла? Ну, прогнали этого самого царя и, так сказать, утвердили временное правительство буржуазное, которое продолжало ту же самую политику в отношении войны, погнало крестьян, вместо того, чтобы отобрать, как положено, буржуазному правительству, отобрать землю у феодалов и как-то этой распорядиться, и чтобы там улучшение было какое-то у землепарства. Нет. Оно погнало на войну, значит, оно вооружило крестьян. Раз оно вооружило, осталось только пообещать крестьянам землю, и они присоединились к рабочим. И вот когда у власти встал рабочий класс, экономика какая была в это время?
буржуазная, капиталистическая, а формация началась какая? Ну, это начало формации, да, становление. Или вот мы говорим завершение, или, так сказать, становление. Вот люди эти вещи почти не используют из того, что мы уже изучали. Поэтому, например, в той дискуссии, которая у нас была, например, в РПР, начинают спрашивать, а вот когда, как же вы говорите, что диктатура пролетариата исчезла в 61-м году? А ведь экономика-то была какой? Во-первых, экономика никакого отношения к диктатуре пролетариата непосредственно не имеет. Диктатура пролетариата – это характеристика чего? Государственной власти. А во-вторых, какая была экономика после 22-го съезда? Кто скажет, товарищи диалектики? Социалистическая. Не точно. Это правильно. Но не с использованием... Где вы у Гегеля видели переходный период, Валерий Александрович? Нет ли таких категорий у Гегеля, которые позволяют это точно сформулировать? Вот так, он правильно сказал. Так, Гегель различает правильность и истину. Вы тоже правильно сказали. Поэтому у нас так хорошо, все молодцы, все хорошо. Если говорят правильно, то не истинно. Вот, товарищ Назаров должен сказать. Он, наверное, знает, не хочет говорить. Потому что да будет истину и скрывает. Потом они себя, знаете, чувствуют как. А мы как вот такие потерянные сидим. Становление буржуазной экономики. Что? Становление буржуазной экономики. О, молодец, да. Нет, это не я сказал. А, я так и понял. Недаром говорят. Ну что, ну что с мужиков возьмешь? Вот одна женщина есть, и уже другой совершенно разговор. А так что было бы? Это невозможно. Значит, это была буржуазная экономика. Это правильно, она тоже не полна. Это была буржуазная экономика. Это было возникновение буржуазной экономики. Раз. И второе. Это было прихождение социалистической экономики. Два. Вот вы... На второй день выходите на улицу. Какая экономика? Социалистическая. Это правильно? Правильно. Правильно. Но не истина. А истина в чем? Социалистическая экономика в прихождении. Но ж красиво и понятно. Для тех, кто вот занимается в кружке, это понятно. Ничего еще не изменилось вроде как бы. Как не изменилось? Это уже не социалистическая экономика, а социалистическая экономика в прихождении. В чем разница? В чем разница? В чем разница? Вот человек живет всю жизнь, все время в прихождении. В том раз и нет его. Вот и разница. Что? Не надо. Человек в своих этих деяниях бесконечен и вечен, и велик. Это вы только живете в прихождении. Простите. Я на многое не претендую. Ну как не претендуете? Вы один сказали с помощью, конечно... Она тихо вам шепнула, а вы уже выдали всю тайну. Ну это же красиво и понятно. Люди, которые этим не владеют, им просто это не выразить. Они запутались. А экономика же была социалистическая, значит, это тут нет ничего буржуазного. Так она социалистическая в прихождении. Это все. Была до 90-го года. И шла она до 91-го года. А там было, сказать, там уже закончилось социалистическое прихождение. Там просто было буржуазное, и все. Прихождение закончилось, было наличное бытие буржуазной экономики. Всего-то надо знать. Становление и наличное. Это мы давно изучали. Это уже мы не в прошлом году, и позапрошлом еще и раньше это знали. Поэтому некоторые товарищи могли бы изучить. Но я вот обращаю внимание, у нас дорога в кружок не закрыта. Некоторые товарищи, так сказать, на позицию Ленина, который говорил, что нельзя... Вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Как они на это смотрят? А, что Ленин сказал? Ну, что Ленин сказал? Там дальше же есть продолжение. Поэтому никто из марксистов, пишет Ленин, не понял Маркса, и полвека спустя нас окружают со всех сторон марксисты, которые не поняли Маркса. При этом они ведут кружки. Вот как Герасимов, он вел кружок. Я удивлялся, как может человек, который не прочитал даже три тома «Капитала», вести кружок? Вот я бы не стал вести кружок по науке логики, если бы его несколько десятков раз не прочитал.
Я к этому занятию прочитал этот том снова. И не сказал бы я, что тут все понял, честно скажу. Поэтому, если я буду заикаться там где-то, то извините. Да, я вот надеюсь на вас особенно, потому что вы уже... Или лучше буду не спрашивать, чтобы не портить картину. Ну, это как? Вот это что, шутка у Ленина или это истинное положение? Нельзя вполне понять капитала Маркса. То есть там люди для каких-то практических нужд, рабочие, прочитали про прибавочную стоимость, про необходимый труд, прибавочный труд. Это все понятно там. Про тенденции нормы прибыли к понижению. Но если вы хотите вполне поднять капитал Маркса, во-первых, если вы не прочитали второй и третий том, это не вполне. Ну как вот, если мы науку логики берем, так, читаем первый том и все, бросаем на этом. Это какая-то ерунда. Бытие, без сущности. Представляете, до сущности даже не дошли. Ну как так можно? А это сложно. И мы наблюдаем, что, так сказать, люди начинают говорить о марксизме, так сказать, что-то высказывается, начинают претендовать на то, что они идеологи и так далее. Причем спорят они, и, понятное дело, наш народ тут немножко поднаторевший, так он насчет спора так, он не все понимает. А тут есть люди, которые вообще все поняли давно. Это одна из характеристик дураков, потому что им все ясно, вот сразу, абсолютно ясно. А? В большинстве своем люди так поступают, не только там персонально. Это вы зачем говорите? Зачем вы так обобщаете? Почему вы считаете, что большинство людей относятся с уважением к тому, что сказал Ленин, и хочет изучать? Мне сегодня прислал письмо товарищ, 18-летний. Сказал: Михаил Васильевич, мне 18 лет, я взялся изучать науку логики, буду точно ее изучать. Помогите, как? Я ему объяснил, что вот кружок, смотрите наш. Так, смотрите краткое изложение курса и так далее. Люди изучают. Насколько изучают много? Вот вы смотрите, про большинство-меньшинство – это чисто буржуазно-демократический, партия вообще – меньшинство. Вы когда-нибудь бывает, а если партия становится большинством, авангард. Она пропала. Партия авангард. Она не просто авангард, она меньшинство. То есть авангард не должен быть большинством. Ну, полностью... Большинством или меньшинством? Большинством не должен быть. Ну, слава богу. А то вы как-то так сказали, что вот большинство не изучает. Ну, так большинство и не в партии, оно и не говорит, что я вот, а тем более не теоретики. Правильно? Вот. Вот меньшинство. И оно, так сказать, претендует на то, что оно куда-то людей ведет. Ну так если вы куда-то ведете их, так вы должны больше них видеть. А как сделать, чтобы больше видеть? Ну, надо больше знать. Поэтому это требование к тем, ну, к тем, кто в партии. В партии требование такое, что сразу все знать нельзя. Но заниматься надо. И не считать, что мы исчерпали свое обучение и можем всех только учить. Мы учим, но и сами учимся, и это хорошо. Настолько раз уже это раз объяснял, наконец сам понял. А они попались, они так и не поняли, которым я объяснял. Народ непонятливый пошел. Особенно большинство так высказывается про большинство. Оно не виновато, большинство. Большинство занимается тем, что оно добывает хлеб насущный, потому что оно не имеет свободного времени для таких занятий. Это вот самое главное противоречие. Потому что это нужно много времени для этого. И люди, которые занимаются, несмотря на вот такие условия, они, ну, им приходится вот чрезвычайные усилия предпринимать, чтобы всякие кусочки находить и постепенно это читать. Я, например, науку логики читал, особенно когда ехал к Мазуру в Невиномыск, туда ехать 2 дня, и вот за 2 дня я сразу один том мог прочитать. Обратно еду я 2-й том. Остался 3-й. Все хорошо. Ну, по-разному надо приспосабливаться. Некоторые, значит, уже приспособились, что они это слушают аудио. Не знаю, еще Гегеля не сделали, но я видел, что социальную диалектику вчера увидел. В 4 частях аудиокниги. О, думаю, кто-то сделал, не знаю. Уже все там постоит, все, пожалуйста, подключай. Точно так же я вот «Главный в ленинизме» открыл вдруг наш сайт университетский, а там написано «Главный в ленинизме». Думаю, кто это сделал, аудиокнигу? Женщина читает и картинки. Ленин, там фильмы, портреты. Это Тюленев сделал в свое время. Его все знали, кроме меня. Я тогда ему предложил войти в партию. Думаю, человек вон аудиокнигу сделал. Ничего не надо, сидишь, понимаешь, закрыл глаза, отдыхаешь на диване. Теперь у нас появилась новая категория этих станков, станочников с ЧПУ. Они поставили, все наладили и могут, так сказать, какое-то время послушать.
Потом опять они наладили, опять могут послушать. По-разному люди. Некоторые люди, которые на транспорте едут, они включают видео, они не могут, потому что им надо или на дорогу смотреть, или на это. Поэтому, а вот аудио могут и так далее. По-разному. Значит, мы с вами, но это у нас, так сказать, вещи, связанные с распространением этого дела. А мы сейчас говорим о том, как нам познать кружку. Мы точно меньшинство. Вот это уж точно. Посмотрите на нас. А я самое меньшинство из всех здесь присутствующих. Один. Так что тут куда деваться? Тут все мы меньшинство. И вы меньшинство, и вы меньшинство. Ну, про вас не будем говорить, а то отберут помещение. Не пустят сразу, и сразу будет знать, кто тут большинство, кто тут меньшинство. Чем голосовать. Так. Так вот, мы добрались с вами, изучая объективность, и на этом мы закончили первое полугодие. Мы добрались до человека. Мы рассматривали жизнь, мы механизм разобрали, химизм, жизнь, человек. И вот теперь уже мы пришли к изучению разума, то есть движению понятий. Значит, мы будем изучать уже отражение этого всего, то, что мы говорили, бытия и сущности, отражение в понятиях. Значит, мы изучать будем сами понятия человеческие. Понятия. Поэтому это учение о понятиях. И вот первая глава. Понятие. Страница 25. То есть как бы мы уже с вами далеко-далеко забрались, а теперь мы возвращаемся назад, открываем первую главу понятия и начинаем разбирать это понятие и двигаться уже. Дальше мы будем двигаться так. После понятия будет суждение, потом будет умозаключение. Мы это как бы проходили с вами. Но именно проходили. Хорошее это понятие, проходили. Ну, даже не хочется даже говорить больше, а то скажут проходимцы. Значит, проходили это, проходили то. Проходите дальше. Понятие, суждение, умозаключение. Я бы сказал, что это самое непонятное в науке логики Гегеля. Самое непонятное. И нам предстоит снова в него окунуться теперь. И это отвечает тому, о чем говорил Ленин. Студировать. Что значит студировать? Возвращаться, снова предпринимать попытки это понять. И так многократно. И постепенно темное или очень темное становится менее темным, но темным. Потом очень темное или темное просто становится так слегка какой-то свет. Ну и, наконец, то, что было раньше темным, может стать светлым. Как другого способа тут нет. И это Ленин говорил. Я, то есть он, то есть вот гениальный Ленин, он лично штудировал. А некоторые наши товарищи говорят, я не понимаю. А ты штудировал? А сколько раз прочитал это место? Один. Ну, Ленин-то он, ну, он не способный, он там многократно читает. А этот товарищ способный. Он один раз прочитал, считает, что он должен все понять. Вот у Ленина не получалось, а он вот получается у него. Поэтому давайте к этому относиться спокойно. Это трудное очень знание. Для нас оно непривычное, тем более каждый из нас в какой-то отрасли действовал, но не в этой. Я лично не философ по образованию, я лично математик. Так, кто-нибудь есть философы здесь профессиональные? Нет? А профессиональные философы, где вы видели, где-нибудь в интернете, профессиональные философы что-нибудь преподают диалектику? Нет, как кто-то там есть такие, вот один, два. Немножко так, и не так систематично. Поэтому надежды нет другой. Самим надо это все изучать. А потом вам это Гегель, что, не профессиональный философ? Кого нам еще надо, кроме Гегеля? Ну, Гегель гений, а мы будем изучать каких-то людей, которые написали там какую-то книжечку на эту тему по диалектике. Так. Ну вот после этого... А дальше пойдет идея. А чем сразу? Мы можем сразу сказать, чем отличается идея. Идея – это не просто понятие, а понятие, которое реализовывается в изменении действительности. Правильно? Оно отвечает на вопрос, что делать. То есть оно, так сказать, является напряженным таким понятием, которое связано с преобразованием мира. И в том числе с преобразованием и своей головы. Правильно? У нас есть идея стать более развитыми диалектиками, чем мы есть. Это всегда можно сказать, потому что как бы вы ни развивались, все есть куда развиваться. Это идея. И там есть, в этой первой главе, там есть
мы поставили на место телеологию, потому что если есть идея, так надо телеологию именно здесь и рассматривать. Цель поставить и, соответственно, эту цель реализовывать. Потом идея познания, в которую Гегель поставил и вопросы преобразования мира. Там не только есть само познание, а там это познание связано с тем, что мы проверяем это познание на том, что мы пытаемся это осуществить, это понимание. Поэтому здесь уже в этой голове есть идея добра. А под добром что получается, что понимается? Под добром понимается вот преобразование мира в соответствии с тем, что требуется человеку. Это очень важно, что такое добро. То есть, с одной стороны, отразить мир, а с другой стороны, преобразовать его. И это вот идея добра, единство духа. Это все идея познания. То есть познание неотрывно от практической деятельности человека. Неотрывно. Никакого познания, которое было бы без применения этого знания для преобразования мира, не предполагается у Гегеля. А вот третья глава, абсолютная идея, ну, надо сказать, в ней он, с одной стороны, кое-что повторяет, потому что вот можно сказать, что вторая глава уже и конец. Потому что вот уже добро есть, то есть преобразование мира. А он потом возвращается к своей абсолютной идее, которую он же начал с нее, он должен ей закончить. И он там некоторые соображения, связанные с пониманием метода и другие полезные, говорит, но на самом деле система уже закончена во второй главе, материалистическая. Здесь ничего такого материалистического особенного не найдем в абсолютной идее. Здесь какой-то некоторый повтор и напоминание про начало. Что вот идея, она, так сказать, как круг кругов, а мы с нее начинаем, к ней снова приходим. Но это он начинает с абсолютной идеи, а мы с абсолютной идеи не начинаем. Мы начинаем с материи, поэтому мы вот раньше и кончаем. Вот я хочу даже это показать, почему получается материализм короче. Потому что материализм начинает с материи и кончает материей, но преобразованной. Правильно? Вот в чем система. Материя развивается и становится развитой. А развивается она не только сама, но и благодаря деятельности человека. Какую-то часть материи человек развивается. И, кстати, эта часть материи все время расширяется, и людей становится все больше. И никого уже не удивит, что через некоторое время люди появятся на Марсе. То есть это совершенно никакой фантастикой на сегодняшний день уже... Ну, мне никто это не рассматривает как фантастику. Еще думает, кто первый. Вот о чем думает. Ну, уж не те, которые у себя этот самый социализм уничтожили. Точно не первый в этом смысле. Вот такая картина. А получается так, вот, значит, идея превратилась в материю, потом материя доразвилась и дошла до идеи, и идеей кончается все. От идеи к идее. Вот система Гегеля. Мы берем, как Чехову говорил, вы написали рассказ. Ну, вы писали рассказ, когда пишешь рассказ, сначала что-то ничего не получается. А потом не знаешь, как закончить. Вот надо бы закончить, а все это идет. Вы написали рассказ. Чехов очень хороший дал совет. Выкиньте начало, конец, и можете печатать. И так сделали Маркс и Энгельс. Они выкинули эту абсолютную идею в начале и абсолютную идею в конце. Поэтому это не значит, что нам не надо это прочитать. Это надо прочитать, но это как бы уже за рамками этой системы развития материи диалектической, которую мы с вами изучаем. И которую мы, вот как Ленин нам и советовал материалистически читать, Гегеля, мы его не только материалистически читаем, материалистически изучаем и конкретно, так сказать, указываем, в каком порядке мы это делаем. Вот задача, которая перед нами стоит. И мы уже подошли, можно сказать, к чему? К расцвету. Я хотел сказать к завершению. Так это вот наука о разуме, она же и включает в себя все то, что было. И учение о сущности, и учение о бытии. Правильно? Поэтому здесь мы уже вольно можем, то свободно, оперировать всеми категориями диалектики. И здесь вот, собственно, от себя диалектика и проявляет наиболее хорошо. Ну и поэтому... Но здесь именно поэтому вот, все это, так сказать, менее понятно, чем было до того. Почему менее понятно? Потому что непривычно.
А почему, что непривычно? А потому что мы не привыкли этим заниматься. И потому что всех людей, которые вот хоть один раз прочитали это учение о понятии, не так-то и много. Я голосование здесь не буду устраивать. Ну, я думаю, если его устроить, то не все подтвердят, что они прочитали учение о понятии. Ну, а еще не было таких людей, которые могли бы понять то, что они не прочитали. Тут уж ничего не поделаешь. Вот. Другое дело, что людей, которые прочитали, которые все поняли, что-то тоже не особенно объявляется. Я не знаю, я таких людей не знаю. И про себя я не могу этого сказать. То есть в этом смысле, несмотря на то, что я руководитель кружка, мучение у нас будет совместное. Совместное. Вот. Ну, ответственность, как всегда, персональная. Если вы что-то неправильно поняли, кто виноват? Ну, кто? Ну, такой у нас этот руководитель кружка. Все, не мог объяснить по-человечески. Потому что с Гегеля спрашивать уже как-то. Ну, как с него спрашивать? Потом с Ленина, он вам посоветовал, студируйте. Что еще вы хотите с него? И тоже. Я, говорит, сделал социалистическую революцию. Что вам еще надо? Что вы хотите, чтобы я вам еще... Я вам сказал, что надо изучать науку логики Гегеля. Поэтому это стоит вот в предисловии вот в этих во всех книгах. Вот единственное, что я сделал как главный редактор, такой вот почетный мне такую роль выделили издатели, я выбросил всю эту макулатуру, которая там была написана под видом предисловия, и поставил Ленина, который говорит, что если мы не овладеем диалектикой, мы не сможем устоять под натиском реакции и лжи. То есть там он вот некий ультиматум такой поставил. Товарищ Назаров, если вы не сможете овладеть диалектикой, то вы, не только мы, но и вы лично, персонально не сможете устоять перед натиском реакции и лжи. То есть от ответственности не уйти никому. И от ответственности перед кем? Ну, перед Лениным. А Ленин кто такой? Это история в лице ее, так сказать, воплощения, так сказать, ее гениального человека, который выражал интересы самого передового класса нашей эпохи. Поэтому мы здесь не то, что вот просто по своему интересу этим занимаемся, но мы как бы осознали, что вот каждый порядочный человек, ну, считающий себя, так сказать, человеком, который должен освоить идеологию марксизма, должен не просто говорить, что я марксист. Сколько бы я ни говорил, что я марксист, я вот смотрю уже скептически, вот особенно вы скептически смотрите. Раз я начал бить в грудь и доказывать, что я марксист, то это очень сомнительно. Вот. Могу предъявить сертификат марксиста. А у меня здесь есть. Я вам лично покажу. Всем не буду давать. А то все быстро требуют распечатать и им дать. А он у нас в дефиците. Это раз. Во-вторых, сейчас же время какое. Надо как получить деньги за этот сертификат думать. Можно даже не за сам, а за просмотр сертификата. А вот за просмотр, это правильно. За просмотр сертификата. А даже за прослушивание вот вашего высказывания надо сделать вот второй раз, третий раз и так далее. Монетизировать. Вот. Значит, выхода у нас никакого другого нету, потому что мы ввязались в это серьезное дело, как члены кружка. И мы не можем просто бросить и сказать, а, и ничего не получается. Это такой есть анекдот про врача-хирурга, который так резал. Очень трудная была операция. Потом, ну ничего не получается. Ай, ничего не получается. Так вот мы не можем делать. Потому что мы тоже отвечаем за развитие общества, а не за то, чтобы, так сказать, вот так. То есть мы уже обратной дороги нет. Спуститься с этой горы нельзя. Только подняться можно. А кто раньше времени начнет спускаться, поскользнется и упадет. Ну, да. Те люди, которые бросили изучать науку логики, они до добра не доводят. Уже мы имеем примеры, и не один пример, который дать читать. Все равно вот он читает, вы что, поняли там все? Нет. Так поэтому смысла нет никакого. Подтвердите, товарищ Назаров, смысла нет, все равно же вы не все поняли. Не все. Ну вот не все. Ну что тогда вообще? Вот тогда эти люди, молодые, способные, не поняли. О чем мы будем? Ну, мы как-то уж, ладно, как раз такой традиция, обычай. Ленин советовал, как-то неудобно все-таки совет. Будем стараться выполнять. Ну и вот, как же тогда нам начало тут построить? Вот открываем страницу 25. Субъективность. Мы же к субъективности подошли.
О, хорошо. С чего мы начинаем, спрашивается? То есть, что это здесь-то начало? То есть, до этого начала мы рассматривали что? Бытие, потом сущность, а потом движение материи до человека, до такого животного общественного, трудящегося, говорящего и разумного, и подошли к разуму. То есть вот началом является что? А раз он этот разумный человек и говорящий, то он постигает в понятиях. Правильно, человек? А мы уже подступили теперь к постижению в понятиях. То есть мы подступили к изучению субъективного, субъективной деятельности человека и к познанию мира. Причем познанию мира, как вот уже следует из того, что мы так просмотр сделали, оно не сводится к тому, чтобы мы просто отражаем мир, лужа отражает мир. А он и преобразовывает его. И в этом своем преобразовании он, так сказать, подтверждает свое правильное понимание. А если он не может его преобразовать, то доказать, что он правильно понимает, тоже не может. Как можно еще? Как истина проверяется? Она проверяется через практику. Вот практика, критерий истины. Практика, критерий истины записана Гегелю вот в предпоследней такой главке, которая называется «Идея познания». И там есть подраздел «Идея добра». Вы добро сделали какое-нибудь, товарищ Мордой? Нет. Не сделали? Врете вы. Вот добро сделали, но солгали. Потом. Это говорит о том, о чем? Что даже самые такие вот положительные люди могут солгать. Из ложной скромности. А что, вы зло делаете? У нас ведь выбор, сами знаете, тут очень серьезно. Или добро, или зло. Вы на какой стороне стоите? Я еще не определился. А, вот. А почему он не определился? А потому что... А. Мне и то хочется сделать, и это тоже. Да. Смотря, кому добро, кому зло. А вы спросите у Татьяны Валерьевны, она вам скажет, как правильно отвечать. Уже вот товарищ пользовался однажды услугами и очень доволен. А вот этот край, он, смотрите, молчит все время. А он не пользуется услугами. Сидят, это улыбается. Улыбается, да, все улыбается. Ну вот, так вот, можно так сформулировать. Я вот думал над тем, с чего начать, и начальную фразу сформулировал такую. Понятие – это постигаемое человеком единство бытия и сущности предмета. Так, понятие – постигаемое человеком единство бытия и сущности. Правильно? Мы же бытие и сущность с вами закончили, а постигаемое человеком связано с тем, что мы с вами прошли еще вот тут объективность и дошли до человека. Вот и все. Вот это резюме того, что... Резюме. Постигаемое человеком единство бытия и сущности предмета. Вот мы должны точно определить, с какой точки мы начинаем. И как мы начинаем рассматривать тогда вот эти самые понятия. Иначе они, вот как мы раньше рассматривали, ну так, есть понятия, и мы начинаем их классифицировать. Они где-то витают непонятно где. А тут они уже привязаны, вот эти понятия, потому что мы говорим об отражении мира человеком, но для этого надо добраться до человека. А Гегель хитро так, он жизнь написал, а к чему жизнь ведет? И он так это дело, так сказать, немножко замазал. Потому что ясное дело, что человек, он там о человеке вообще говорит, там индивиде, о субъекте, ну как-то так не особенно. Но он не мог такого определения дать, которое дал Энгельс. Он не материалист, а Энгельс дал, что человек есть животное общественное, трудящееся, а трудящееся, вот, хотя у Гегеля есть все труд почтение, чем то зерно, с помощью которого оно получается. Есть у него такие к этому подступления, подходы. Трудящееся, говорящее, если он не говорящий, никакая истина. Об истине можно говорить тогда, когда есть вот, речь.
и разумные. А ведь Гегель построил все на чем? Что он изучит, говорит не какие-то значки, а он говорит о понятиях. То есть он опирается на человеческий язык. А человеческий язык складывался исторически. Причем он говорит о любом развитом языке. Неважно на каком там, английский, французский, немецкий. Но если есть какие-то неразвитые племена, ну там, конечно, не хватает слов. А так в любом языке есть все для того, чтобы изложить диалектические истины. Тем более противоположность высказать, противоположность тому, что вы перед этим сказали. И взять это все в целом и в развитии. Вот поэтому еще раз, если мы встали на позицию с вами, я вас, с одной стороны, предлагаю подумать на эту тему, а с другой стороны, призываю встать на эту позицию, что понятие это постигаемое человеком единство бытия и сущности предмета. А почему постигаемое? Потому что если мы напишем осознаваемое, то он осознает, но ничего не делает. А что значит постигать единство бытия и сущности? Это значит еще и пользоваться этим. Постигнуть, это означает применять это на практике. А если я это только узнал и нигде не применил, но это не доказать, что это постижение. А может, это никакое не постижение, это ничего не дает. Поэтому вот постигаемое человеком единство бытия и сущности предмета. И вот с этой точки зрения надо посмотреть на эти же самые категории, которые мы с вами один раз проходили. И вот эти все понятия мы рассматривали с вами всеобщие, особенные, единичные. И дальше мы изучали суждения, а дальше мы изучали умозаключения. И это все, ну это относится к деятельности разума, это те формы разума, которые применяются где? Во всем. Правильно, с помощью этих форм мы, собственно говоря, и строим отражение мира. Поэтому это очень важно изучать. С другой стороны, у нас меньше всего по этому поводу есть опыт какой-то свой, который взят из каких-то наук, потому что никаких таких наук ни в школе, ни в вузе нам не давали. Поэтому это вот для нас представляет собой некоторую сложность. Но кое-что из того, что мы уже изучали, нам позволяет тут продвигаться. Почему? Потому что если здесь мы говорим, что одно и то же понятие может быть взято и как особенное, и как всеобщее, и как единичное, нас уже этим не удивишь. Правильно? Вот. Кого мы возьмем? Давайте вас возьмем. Давай. Вот вы как всеобщее, кто? Человек. Человек, видишь? А как особенное? Как особенное? Да. А вы не особенный, что ли? Русский человек. Что, вы не особенный? Ну, особенный, да. Ну, что, вы точно как все. Копия точно, вот все одинаковые, эти люди отштампованы. И вот вы один из них. Ну вы особенный человек или особенный? То есть, будучи человеком, то есть всеобщим, вы являетесь и особенным. Ну а в чем особенность-то ваша? Можете сказать? А, человек в очках, понял. Я сам ходил всю жизнь в очках, потом понял, что смотреть больше нечего, только рекламу вот такую я могу без очков видеть. Я снял. Это тоже у меня особенное. Так в чем особенность ваша? Можете сформулировать? Это тоже не такой простой вопрос. Ну вы чем занимаетесь в жизни? У вас какая вообще, так сказать, вот чему вы посвящаете больше всего времени? Я книготорговлей занимаюсь. Ну, так вы, значит, знания в массы несете, книготорговли. Как-то вы красиво должны представить, а вы как-то так все представляете, что, ну что, мы же ведь, как же вы торговлю тогда так вот рекламируете, книготорговлю? Надо ее так представить, книготорговлю, я продвигаю книгу, знания в массы. Или не продвигаете? Или задвигаете обратно? Ну, особенное, да. Вот вы продвигаете книгу массы, вот, и я не продвигаю, он продвигает. Ну, особенно. Понял? А от вас толку и от меня толку? Никакого. Ну, потому что я написал книгу, вы сидите, держу ее. Вот я сегодня продвинул. Кому я дал сегодня? Кому? Вот Мордовину. Вот все, что я сделал. И тем самым приобщился к нему. Потому что он говорит, ну я тоже, вот, только я не одну тысячу или 10 тысяч продвигаю. Вся разница, правильно? Так это чисто количественная разница, это несущественно же, правда? Все согласятся, что мы с ним вот одно. И он продвигает, и мы продвигаем. А вот видели, как Валерий Александрович раз брал оттуда и давал науку логики. Он продвигал,
Тоже, да. Вам продвинул он эту книгу? У меня временно продвигает. А не важно, это не надо портить только картину. Часто, я чувствую, что вы никогда не отчитывались, наверное, как следует. Надо красиво всегда отчитываться. Я продвигал книги. Много там, 2, 3, 1000, 10 000. Потом нам надо вот как-то сравниться с ним, чтобы... Потому что если мы скажем, что одну книгу дал, ну, это скажут, ну, что вы вообще, это несерьезно. А когда он скажет, я вот занимаюсь книготорговлей, я продвигаю книгу в массы. И вы в массы, из всей массы выбрали его и дали. Единичное. Это не единичное. Может быть, из всей массы он представитель самой-самой массы. Так. На единичное вы кто? То есть можно говорить об одном и том же, как о всеобщем, а вот это вот Гегель, вот это трудно, так сказать, как-то освоить, непривычно это. Потому что мы, как, все это рядоположно было. Есть категории всеобщие, есть категории особенные, есть единичные. И они разошлись. А тут, оказывается, все о вас. У нас вообще кружок вам посвящен. А вы давайте сейчас вот самое прославление будет. Вот смотрите, записывают две камеры. Работают все радиостанции Советского Союза. Ну, потом. В прихождении, правда. Но в возникновении тоже можно сказать. Так что? Ну, кто единичный? Так, товарищ Мордовин, фамилию, имя-отчество назовите, товарища. А то он не знает, кто он как единичный. Вот видите как, приходится обращаться к проректору Красного университета, чтобы узнать, что человек настолько он всеобщий и особенный, что о единичном даже не хочется ему и говорить, да сколько он продвинутый. Мы все про себя думаем, я вот то, а он вот. Но это его красит. Ну вы что, тут картину нарисовали. Как? А я нарисовал как есть. Вот все, вот все подтвердят. Подтвердите, пожалуйста, товарищи. Это же не обвинение, а это... Но главное, что мы должны усвоить, это можно сказать обо всем. Даже если вот я беру книгу. Вот это книга. Книга или не книга? Это вы же предмет предложили. Книга – это всеобщее? Всеобщее. А по какому предмету эта книга? Это особенные. Или по философии, или по диалектике. Неважно, можно и так, по философии. Да. А какая книга-то? Гегель. Это единичная. Что? Наука Гегеля – это единичная. Ну, правильно. Наука, логика, Георга, Вильгельма, Фридриха, Гегеля. И вообще это неправильно. Это тут том второй, субъективная логика. Я же вот показываю. Это единичная, а вы мне что подсовываете? Еще два тома. С вами невозможно спорить вообще. А и не спорьте. А что со мной спорить? Это уже откуда-то оттуда позвонили. Так. Это он намекает, что надо заканчивать. И мы знаем эти звонки, как будто бы кто-то позвонил. Это все было заведено и потом включается. Ну, это прям абсолютная идея. Ну вот, наконец. Ну смотри, наконец-то, товарищ, я давно хотел, чтобы кто-нибудь сказал, что я какие-то абсолютные идеи излагаю. Никто не решался. Только вы пошли на это дело. Ну, я очень доволен, да, очень хорошо, приятно слышать, что я могу изрекать абсолютные идеи, хотя довольно глупый при этом. Ну, наверное, же абсолютные. Вот, таким образом, вот видели мы сейчас, какой угол зрения взяли? То есть задача нашего сегодняшнего занятия – взять правильный угол зрения. Мы снова подошли к таким вопросам, которые мы изучали в прошлом году. И всеобщее мы изучали, и особенное, и единичное. А теперь мы говорим о тех понятиях, которые есть понятия человека. А до человека мы добрались, причем мы для этого и перелопатили, поставили вперед то, что Гегель засунул в середину. У него вот бросается в глаза, как так? Сначала идут понятия, потом жизнь. Ну как могут быть понятия до жизни? Очень просто. Он считал идею, она вне жизни существует. Ну, у него идея была. У вас есть идея? Нет. Вот у вас нет идеи. Ну, да, ну вот. У Гегеля идея была. Ну и хоть неправильная, но идея. А у вас правильная, но нет ее. Поэтому Гегель это чтут, а мы вот так, сказать, ну вот ходим пока. Это вот тут рядом по обочине.
Да, по опушке леса философского и куда. Но мы уже тут сюда заходим, у нас кое-какие достижения есть. Поэтому, и поэтому в итоге нашего сегодняшнего занятия мы выработали определенную позицию. Мы будем изучать понятие, как постигаемое человеком единство бытия и сущности. Действительности, правильно? Действительного мира. Или бытия и сущности материи во всех ее проявлениях. Вот как мы будем изучать. Это надо взять такой угол зрения, и тогда это изучение будет иметь материалистический характер. А если мы этот угол зрения не возьмем, это будет еще раз прочитывание того, что написал Гегель, можно 10 раз прочитать, 20 раз прочитать, и все еще стоять на месте. Почему? Потому что сколько бы вы ни читали Гегеля, материалистическое истолкование само не придет. Поэтому вот у нас материалистическое истолкование в нашем кружке, оно является в том числе результатом деятельности этого самого кружка. Я хочу сказать, что для меня, вот как для руководителя, вот это вот занятие сегодняшнее было самым трудным, потому что я для того, чтобы его вот это сформулировать, то, что я сформулировал, я вот еще раз прочитал это все, и чтобы, так сказать, ответственно уже сказать, как это уложить в одну фразу, чтобы то, что мы делали дальше, вот под эту фразу подпадало. О том, что понятие – это постигаемое человеком, единство бытия и сущности предмета, и вот мы это понятие и будем изучать. И все время мы будем обращаться к единству сущности, бытия и сущности, потому что мы уже это прошли, это все включается в понятие. И второе, не будем забывать, что это более высокая категория, чем бытие, там разные были бытия. Вот когда мы с вами говорили, в чем была сложность вот ответа на те вопросы, которые я вам задавал насчет единичного, особенного, и потому что мы, когда рассматривали эти категории раньше, мы что брали? Брали эти самые категории сначала отдельно, всеобщего, потом разбирали, что такое особенное, потом разбирали, что такое. А то, что это одно и то же. Одно и то же является и единичным, одно и то же понятие является и единичным, и особенным, и всеобщим. Хотя мы на более простых, мы не замахивались на человека, это сейчас мы на вас напали, а так у нас было на примере антоновских яблок. Антоновские яблоки – это яблоки? Да. Это всеобщее. Так? Антоновская. Антоновка – это что? Да, это уже иначе. Но та, которую я сейчас грызу, это? Так она при этом, когда я грызу антоновку, она все равно, хоть я ее и грызу, она все равно и единичная, не только единичная, но она и особенная антоновка. И всем хочется тоже получить. И всеобщее. Зачем вам это яблоко? Это же всеобщее. Это как бы, если я ем, это как бы и вы едите. И можно объяснить, что это очень вкусно и хорошо. Поэтому совсем не обязательно вам есть. То есть по-разному можно это трактовать. Такие фокусы делать с помощью диалектики. Но во всяком случае, это относится к чему? Не только, почему можно к вам применить, ко мне можно применить, к антоновкам можно применить, к чему угодно, потому что люди все разделяют и разделяют, а Гегель все показывает, что все как раз соединено. Нельзя разделять всеобщее, особенное и дни. Нет никакого единичного без особенного. Нет никакого особенного без всеобщего и единичного. Какое оно всеобщее без особенного единичного? Нету, это все моменты, а почему моменты? Моменты это мы знаем, это не сторона и не основа, это неотделимое, это то, что вот, поэтому вот вроде мы на вас тут наступали, но ничего такого мы от вас такого плохого не получили, вы, так сказать, сказали, и всеобщее, и особенное, и единичное, и все это вы. Вот придете домой, будете рассказывать, я вот всеобщее. Если не поверят, расскажете, что вы особенные. А? Выгонят, да? Меня наоборот терпят дома, потому что я в случае чего, как только на меня нападают, я начинаю такие вещи говорить, отступаются. Это же защита. А вы скажете, а вот спросит жена, вот а что вы там делали? А вот ты знаешь, что ты особенный, единичный? Лучше нажмите на единичное. Вы нажмите на единичное. А то это всеобщее особенное не очень пройдет с женой. Что таких больше в мире нет. Вот вам что надо, всего-то надо. Мы берем раз-раз и пришли, что вот единственное в мире, и все. И крепкая будет семья.
А как вы собираетесь укреплять семью? Тут надо тоже ставить на диалектическую основу. Иначе не укрепишь. Так, на этом сегодня мы закончим. И, сказать, если попадает у нас на праздник 23 февраля. 23 февраля, это хорошо. Во вторник. 9 марта? Да, вторник. Ну, я думаю, ну ничего, выдержим. Вторник, праздничный день. На 9 марта. Вот ведь только заговорили мы об этом деле. Об особенном единичном. Вот все дни вроде всеобщие, всеобщие, а вот есть единичные, 23 февраля. Да. Вот и все. В общем, 9. Это что? Это нам дали возможность, это всем нам дали возможность глубоко изучить. Прочитать. Всем прочитать это все. На следующий день будет у Михаила Васильевича. Значит, если кто прочитает, если кто до 8 марта прочитает всю вот эту самую третью книгу, я бы только всех призвал к тому, чтобы вы не ставили себе таких несбыточных задач, все понять. Я гарантирую вам, что вы при одном чтении понять не сможете такую задачу решить. А вот поставить задачу прочитать, ну, вполне реальная задача. Прочитали. И там легче будет на эту тему говорить потом. Правильно? Спасибо за внимание. До 9 марта. Спасибо. А можно показать, где эта фраза? А вот она. Нет, нет, вы же выписали. А в тексте она написана. Нигде. Да. Так она же это уже, смотрите, это постигаемое человеком. Человеком уже постигает. А у него абсолютно идея. Он не может такое сказать. Единственное, что... Это Михаил Шестак придумал. Ну, это вы сформулировали. Кто еще сформулировал?